Дорогие друзья, всем доброго времени суток, вы на канале Манкин Геймер, и сегодня будем играть в нашумевшую игру Among Us, или среди нас, или один среди нас, или просто среди нас, в общем, как-то так называется, я не знаю, конечно, английского, но Among Us это вроде как среди нас. В общем, впервые вижу эту игру, до этого обзора никакие не смотрел вообще. То есть пару фрагментов, такое, ну в общем ни о чем. И сегодня буду, собственно, играть и пробовать как-то проходить или чего. Здесь есть локально, есть онлайн, соответственно, соответственно будем играть в Among Us среди нас как-то сейчас пробовать. Поэтому начинаем. Начинаем рубашить, надо вот наушнички одеть. Стримчанский у нас. Стримчанский начинается. Так, есть у нас здесь играть локально. Онлайн. Правила. Наверное, почитаем правила. Among Us. Это игра о командной работе и предательстве. Игроки получают роль члена экипажа или предателя. От 4 до 10 игроков могут играть онлайн или по Wi-Fi. Так, клавиатура плюс мышь. Стрелочки у нас управление. Ага, мыши действия. Так, понятно. Поехали дальше, смотрим. Создав игру, ты можешь настроить игру самостоятельно. Для начала реши, с кем играть. Хотите играть с друзьями, нажмите «Закрытая комната» и поделитесь кодом комнаты. Если хотите играть с людьми со всего мира, режим онлайн для вас. О, я хочу бегать как ненормальный или чтобы предателей было трое. Отлично. Создатель комнаты может сам выбирать настройки комнаты. Если кто-то ведет себя неприлично, вышвырните игрока из комнаты или вообще забаньте. Власть в ваших руках. Понятно. Так, личная карта поможет вам в ориентации на корабле. Или в ориентировании на корабле. Meta Bay, кафетерия, weapons, навигация, shields, comms, админ, storage, electrical, med bay, upper engine, reactor, security, lower engine. Так, цель игры заполнить шкалу заданий или распознать предателей. Выполняя задание, и шкала заполнится. Понятно. Устраняя саботаж. Если знаешь, кто предатель, жми на кнопку. Красная кнопка тебе есть. Сообщай о найденных трупах. Капитанские мостики и комната охраны могут следить за игроками. Прикольно. Капитанские мостики и комната охраны могут следить за игроками. Цель игры предателя убить всех членов экипажа. Смешайся с толпой. Прячься в вентиляции. Притворяйся полезным. Устраивай саботаж и заставь их побегать. Закрывай двери и устраивай засады. Убивай команду по окончании перезарядки. Тихо. Разговорчики запрещены. Вы же не хотите, чтобы игроки поняли, кто ты есть такой. А кто есть то. Мертвые игроки не могут говорить до конца игры. Призраки могут выполнять задания, чтобы помочь команде победить. Если кто-то нашел тело, начинается экстренное собрание. Конечно, игра с друзьями лично. Призраки не могут разговаривать. Конечно, играя с друзьями лично, призраки не могут разговаривать. Они ведь в курсе, кто предатель. Предатели будут пытаться выдать себя за своих, будь осторожен.
Если вы все обсудили, голосуйте. Кого выкинуть с корабля большинством голосов? Life of me, Mark. Ну да. Если нет никакой информации, лучше пропустите голосование. Потренируйтесь в режиме тренировочной игры. Ну, там метеориты пошмалять из гравипушки или зарезать кого-то, став предателем. Дело твое. Прикольно. Так, это типа назад, это вперед, я понял. Так, свободный забег, онлайн, локально. Попробуем онлайн, не знаю. Введите имя, создать игру, публичные комнаты, частные комнаты, найти игру. Введите имя. Интересно, а куда и чё здесь решился? Я не понял. Создать игру, публичные, введите имя. Хорошо. Публичные комнаты, найти игру. Ничего, так мало игр. Анастасия, жажа, крыса. 3, 8. Ну. Что за прикол? А где народ? Частная комната. Найти игру. Публичная комната. Хорошо. Рзелах. Вупси. Странно. А, я мышкой все-таки управляюсь. Так. Among Us. Шш, типа тихо. Член экипажа. Обнаружен один предатель среди нас. А почему нет? Лол покинул игру, Алина покинула игру. Странно. А сколько у нас осталось? Пинг 50 мс. Резе. Так. Столовая. Холл. Пул холл. А, вот так вот. Интересно. Так, а что это за стрелочка? Мусор типа, хранилище. Хорошо. Задание выполнено. Призрак, уже замочили кого? Так, а ты, я так понимаю, это кто? Комната охраны еще? Где комната охраны? Карта где? Медпункт, столовая, оружейная, навигация, щиты. Так, связь. А это я здесь, да? Хранилище, электричество, нижний двигатель, реактор, охрана. О, охрана далеко. Так, а ну-ка еще раз открываем. Щиты.
А что это за шняга? Так, ладно. Поехали. Уже замочили кого-то, Олени. Дискуссия. Красотка покинула игру. Голосование начнется через... А что там? ХП. Она меня бесит. Она меня, потому что у нее шансов кто где. Голубой на камерах зеленого. Так, вот это ищу девушку. Ого. Еще двое должны проголосовать. Ничего. Лучше с ней не связываться. Так, давайте, давайте, голосуйте. До конца голосования. Так. Кто? Почему? Марьяночка. Так, и за этого вам трое. Чувака выкинули в космос. Мар оказался предателем. Ноль предателей осталось. Серьезно, выиграли? Ой, хорош. Победа. Нормально. Play again. Еще раз играть. Резе Марфуру. Так. Что там? Чуди, это я заново с ними играю? Что запекал? Банат. Кого-то забанили уже. Что там пишут, да? Код команды. Так, осталось 3 человека. Так долго набирается, просто пипец. 4. Че так долго? Так мало народу играет, или что? А что со звуком? Музыка тут есть еще. Графон. Вернуться. Звук какой-то есть, но эффекты. Ну пусть будет. Ладно, покинем делать, пока вернусь. Так, ну что сейчас. А, ребята, привет. Ну, смотрите, мой никнейм. Понятно. Я равно 50 лет, а. Код команд. Ну что, поехали, мне. Скорость игрока. Длинных заданий. Обычные задания, короткие задания. Да. И чё? Ну давай, давай. А как начинать? Юз, публик. Покинул. Что за фигня? Задолбали. Давайте уже играть. Угу.
кто-то зашел. Among Us. Among Us. Among Us. Один из нас. Или одни из нас. Один из нас. Так. Ну. И... Пук. Начинаем через... Хорошо. Так, главное, что мы не замочили. Чепчик покинул игру. Как избавиться от члена экипажа. Нужен один предатель среди нас. Окей. Сука, за мной бегает. Ты чё, блин? Обалдел. Вон кнопка упала. Задание выполнил. Окей. Так, это я где сейчас? Хранилище. Так, ну сюда охрана. Это у нас нижний двигатель. Ну, уже недалеко. Security. А как поюзать монитор? Еще дальше. А, дед, кто-то сдох. Вот кого-то замочили. Натали чепчик, голосование через. Фиолетовый. Так, а пропустить же что хрен нельзя, надо проголосовать. Ну давай фиолетово. Троих замочил, блядь. Посмотрим. Так. Черный подозрительный биф. Фиолетовый. Сейчас узнаем. Так, все проголосовали уже. Остался один фиолетовый. Я не подозрительная. Биб. Биб-биб, а ну-ка. Ну, ну. В космосе. Нат не был предателем. Не факт, один предатель остался. Ядрить один. Блин. Экипаж должен подождать 5 секунд до следующего собрания. Понятно. Бип черный. Так, а куда делся кто? Стоять. Он призрак, блядь.
Походи, сука, за мной бежит. Ах ты, сука, это к изнашечке вот панда, бля. Это блюдо. Скотина, бля. Это что за набегает, сука? Ступик, ты сбежал, ну блин. А я задание могу выполнять, да? Где этот шлепок? Задание выполнено, окей. Ну, задание хоть повыполняю. Это, блин, первый был. Дед. Сука, розовый. А я могу с ними общаться? А, нет, уже нет, все. Кто? Розовый сучара. Мочите розового. Не-не-не. Ты розовый. Так, а что можно покинуть игру? Ну толку, смысла уже играть особо нет. Или попробовать просто заново потом. Фу, блядь. Забыл сахар положить в чай. Так. Кто-то собрал собрание, да? Так, что там у нас? Так, кто убей? Блин, белый, это не белый, это. Это розовый всех мочит, да. Да-да-да, в розовый, в розовый. Розовый замочил. Among Us, блин. Эта игра простая вообще. Да невероятней, блин. Фиговина. Такая захватила мир. Это, конечно, очень-очень интересно. Так, а сколько мы уже тут на самом деле играем, Анка? Надо посмотреть. Полчаса уже, так быстро время пролетело. Так. Так, ну чё? Мочите розового, блин. Это всё розовый. Розовый. А чё чёрный не в курсах? Его замочили, он не знает, кто его убьёшь. Так, так, так. 4, 3, 2, 1. Да. Это, конечно, зря. Не того. Их не было предателя.
Один предатель остался. Ремодрил. Они, блин, тупо нажимают кнопку. Ой, блин. Тебя спалили, родовой. Блин, так долго, если честно, минуты, блин, они не минуты, там 100 секунд получается. Это больше, чем минута, полторы минуты, чуть больше. 1 минута 40 секунд. Поражение. Бляха-муха. Так. Нас двое только. Так, третий добавился. Надо как-то толпой бегать, потому что поодиночке там не все. Поодиночке он получается, блядь. You were banned from server. А чё за прикол? И чё? Да иди в жопу. Найти игру. Так, чё-то забанили меня. Странно. The game you typed just full chicks. Найти игру. Русский. Кастбрикер. Ну не сложно на самом деле игра. А чё чат? Алло? Есть кто? Попробуем пока английских. А? Предатель. А, я предатель? Так, а как залазить? А. Прикольно. Шарится по этим. А у него тут, смотри, ограниченный этот движение. Вот он стоит с этим. Голосование. А кто такой О2? Спинк. А, это следующий, я как будто замочил зеленого. А вдруг они общаются по этим, по соцсетям, кстати говоря. Ой, пинг, почему пинг?
А, поздно. Ай-яй-яй-яй. Поражение. Так. Надо как-то, блин, план продумать, чтобы их мочить, это незаметно. Они еще могут, кстати, общаться по этим, по соцсетям, блядь. Стопудово. Читеры есть какие-то, которые уже... Так, а что вы играете, а? Что, уже кого-то замочили? Блять, смотри. Ух, кто это там был? Где он делся? Ах ты! А он кнопку нажал. Black. Говорят, черный, ну давай. Давай попробуем. Причем у нас никто еще не умер. Тоже среди нас предатель. Че, все уже проголосовали? Да, Блэк. Сейчас посмотрим, предатель он или нет. Не был предателем. Че, с фонаря кнопку нажал? Так, а с кем я бегал? Ух. А вот это с этим желтым бегал. По-моему, это желтый. Вот это за. Сейчас глянем, кто из нас предатель на этот раз. Может, удастся вычислить, а может и нет. Мне кажется, оранжевый. Так, 8, 7, 5, 5. 4, 3, 2, 1.
Походу, так. Токси, что, меня выкинули? Принято решение пропустить голосование. Остался один предатель. Анина. Мистик. А как двигать? Не видно ничего. Смотри, мистик сюда частенько заходит. Что за нафиг? Список. Медпункт. Подтвердите сканирование, оружейное, электричество. Охрана. Это фиолетовый мест. Фиолетовый. Скип вот. Не, это фиолетовый. Стоять. Это фиолетовый, стопудово. Вставьте карту. А куда карту вставлять? Ага. Слишком медленно. Так, я где, блин? Чё с... Медпункт. В медпункте что надо сделать? Там вниз, получается, мне надо идти. Ух, интересная игра среди нас. Так, и юз. Задание выполнено. Хорошо. Что дальше? Электричество, это у меня через верх, хорошо, вниз, блядь. Ну, можно, конечно, через хранилище пойти. Блядь, опасно через хранилище идти. О, предатель! Предатель! Раз, собрали члены экипажа. Вот это где он, блядь? Подожди.
Елу, аниме. Амины. Амины. А вот и наш предатель, сука. Амины. Сука. Не вовремя он вылез. Попался, сучонок. Да. Вторая победа за сегодня. Нормально. Ну как за сегодня? А чё он? Сука, он убил? Раз, два, три, четыре. Пятерых замочил. Ни хрена себе. Пятерых членов экипажа замочил. У нас четверо в живых осталось. Я в шоке. Так, сука, у нас там уже по времени 41 минута. Так, очень интересная и увлекательная игра Among Us или Среди нас. Но на сегодня, конечно же, пора заканчивать. Так что ставим лайки, подписываемся на канал. До новых встреч! Обязательно подписывайтесь, потому что будет продолжение. Пока!